Здравствуйте, друзья! Садовый экспресс. Мы с вами у клумбы, белой клумбы непрерывного цветения. И, как всегда, у меня на ней цветет кустарник, лапчатка кустарниковая. Она цветет с 1 июня. А вот по завершении июня месяца расцвел белый пион. То есть на клумбу белую можно высадить белый пион. Пион очень известный, старый сорт, называется Festiva Maxima. Белый такой он, прекрасный, махровый, с нежной красной точечкой. Внутри он узнаваем этот пион. Так что на клумбу непрерывного цветения, белую, можно высаживать пионы. Растет у меня еще другой пион, но он еще молоденький, слабенький. А этот уже начал цвести в этом году, хотя стоит он вот на этом месте, он всего лишь третий год. Спасибо.